вами можем наблюдать, что кровля подходит к завершению. Данные работы будут окончательно завершены до 27 декабря. Также параллельно, как мы с вами тоже сейчас прошли с проверкой, увидели, что подрядная организация приступила к ремонту пострадавших квартир. Очень много, скажем, сделано. Вот наш депутат Тамашов Николай Александрович включился очень плотно в работу, с нами общался, разговаривал и по телефону, и приезжал, вот, и оказывал содействие, безусловно, конечно, вот, и по ремонту. Начали скрывать полы у нас, стены все там очистили. Так что вот ждем, надеемся, что побыстрее нам сделают ремонт, и мы уедем. Подключился Сергей Викторович еще, Величков. Вот. Он всегда с нами и днем, и ночью отвечает на любые вопросы.